Привет. Меня иногда спрашивают про китайские точилки, про вот такие вот простые, ну и вообще про то, как затачивать, там, если ничего не умеешь, ничего не хочешь, там простые ножи, что-нибудь дешево и так далее. Вот, специально я попросил китайцев, чтобы они мне прислали вот такую посылку. Ну, то есть, как бы Gearbest мне предложил там на небольшую сумму выбрать несколько товаров, ну или там один товар, но ограничили меня по сумме, и сумма была реально там небольшой. Поэтому, в общем-то, я предпочел вот такую точилку. В общем-то, мне реально она не очень нужна, потому что я пользуюсь Spyderco Triangle, и мне ну, за глаза и все такое прочее. Однако вот такие же точилки, ну, аналогичные, я раздарил многим своим знакомым, друзьям, и когда они мне появляются, мне всегда находится кто-то, кому их можно придарить. Но я вам скажу, что все абсолютно довольны, потому что вот здесь есть у нас несколько вариантов. То есть, смотрите, Fine Quartz и Керамик. По-моему, китайцы намудрили. Все наоборот. То есть в надписи, как вы видите, да, подписаны неправильно. Это у нас, соответственно, алмазы. Здесь у нас, соответственно, вот такой вот металл для правки. Это у нас, ну, кварц, видимо, да. Это у нас получается керамик. В смысле, это у нас файн. И это у нас керамик. Ну, с кем не бывает. Китайцы намудрили. Однако, на самом деле, я думаю, все понятно. То есть здесь сначала правите нож, потом здесь. И, в общем-то, никаких проблем с этим. Опять, блин, файн. Файн керамик, ну, файн, он не должен быть здесь. Но керамик, вот это же керамик. Блин, непонятно мне. Ну ладно, смысл не в этом. Смысл в том, что вот такие точилки для правки, они идеально подходят для домохозяек, для, в принципе, домохозяев, которые не хотят заморачиваться и которые хотят просто слегка подточить свои ножи. Реально, это вот прошлый век, вот эти камни, потому что они хуже точат. Здесь у нас хотя бы углы заданы, и вы под одним и тем же углом, соответственно, затачиваете. Понятно, что если у вас убитый, там, режущая кромка, убитая, нож совсем тупой, то, конечно же, вам не поможет это. Но в остальных ситуациях вот это реально помогает. Это работает, и я вам скажу, что мне очень нравится. То есть это без заморочек. Поставили нож. Где там нож? Где там нож? Берем китайский нож. Поставили нож. Соответственно, здесь вот так. Ровненько, главное, держите. Ну, тут вам сильно криво, как бы, тоже не разгуляться. Ну, понятно, что вот так ровно. И вот, соответственно, протачиваете. Главное, чтобы ровными движениями. Но я вот сейчас не могу на камере видеть точно, что прям ровно. Поэтому мне не очень это удобно. Ну, понятно, что здесь поточили, там раз 20 хотя бы здесь. И здесь, соответственно, то же самое. Потом вот так подправляли. То есть, вот таким образом. В общем-то, и все. То есть, то, что вам надо, это вот, ну, самая-самая простая. Здесь у нас есть нескользящий такой момент. Это все абсолютно элементарно. Но я вам рекомендую такого плана точилки. Если у вас есть желание и возможность, прикупите такие точилки подороже. От каких-нибудь там именитых брендов. Если желания нет, ну, попробуйте китайское. Я не могу сказать, насколько долго они прослужат. Но мои знакомые, по крайней мере, я вот некоторым брендам дарил кое-кому китайское. Ну, то, что мне попадалось. И я вам скажу, что все были абсолютно довольны. Все, ну, радовались, так скажем, вот таким точилкам. Реально, даже, ну, после уже там, спустя месяц, например, спрашиваешь, ну как там точилочка? Все говорили, вообще супер, замечательно, все становится острее. И для тех, кто не хочет заморачиваться, как бы вот вам выход. Стоит буквально там несколько долларов, но посмотрите, там даже не помню, по-моему, меньше 5, что ли. Ну, надо посмотреть. Стоит вообще реально дешево, но подточить реально можно. То есть, как бы вот вам точилка без заморочек. Если хотите чуть-чуть покруче точить, то, на мой взгляд, уже триангл. И, в принципе, триангла хватает, ну, мне лично для всего. Да, там есть, конечно, просто водники, точнее, сейчас уже нет, там те, что были, раздарил. Значит, но тот же самый там Apex или там клон этого там Apex, но это все уже много заморочек, это долго, это муторно, мне не нравится, ну вот мне не нравится. Такие точилки мне нравятся куда больше. Это такое мое мнение, кому-то нужен вес, не знаю, может быть такой точилки вряд ли кому-то нужен. Какая по большому счету разница, сколько он весит, если его, да, не таскаешь с собой постоянно. 183 грамма у меня получилось вес. 20,5 сантиметров вот так в длину. Вот так получается сантиметров 7. Ну, я думаю, что вы поняли, да, как бы вот она. Вот она. Длина. Ну, такие габариты. Нормально, вполне удобно. То есть, вполне можно пользоваться. Ссылки оставлю в описании под видео. Это для тех, кому интересует. Ну, как бы переходите, смотрите. Но, конечно же, чуть-чуть брендовое я чуть-чуть больше рекомендую. Все-таки там я более уверен в качестве камней, что они подольше прослужат, эти вот самые. Ну, а так, в принципе, точить-то можно. Всем удачи, всем пока.